Всем привет! Сегодня вместе с вами мы сделаем простую прическу кукле из шерсти. Как всего за 5 минут дополнить образ почти готовой кукле? Все очень просто. Моя кукла давно готова преобразиться, и я подготовила для этого шерсть для валяния и специальную иглу. Подберем цвет будущих волос. Мне кажется, бежевый к данному образу нам подойдет больше. Специальных иголок у меня много, но это не имеет особого значения. Для данных целей вы можете использовать абсолютно любую иголку для валяния. Распределим шерсть тонкими кусочками. Останавливаемся, когда достигнем примерной длины и ширины будущей прически. Примеряем шевелюру к голове и с помощью иглы для валяния точечными движениями как бы вобьем шерсть в деталь головы. Делаем это, формируя пробор. Шерсть вбивается очень легко. Можно оставить волосы распущенными, а можно сформировать прическу, что, собственно, я и сделала. Чтобы зафиксировать пряди, мы также немного соединяем волокна шерсти между собой иглой. В конце можно декорировать прическу с помощью аксессуара и горячего клея. Вот так просто наша кукла преобразилась. Надеюсь, многим из вас данное видео будет полезным. Напишите в комментариях, какие интересные рукодельные лайфхаки вы хотели бы узнать еще. И не забудьте подписаться на канал и поделиться видео с друзьями. А на сегодня все. Всем успехов в творчестве и до новых встреч!